Дисклеймер. Если вы это где-то видели, мне пофиг, я не буду ограничивать своего зрителя в информации. Поехали! Мур, привет, друг! Это Зверько и рубрика «Багульня». Здесь я собираю геймплейные баги и отправляю их разрабам. Этот баг мне прислал и помог протестировать Ганмарк. Ханза, возвращаясь в тело, может отменить ульт Хайбусы. Для этого нужно точно угадать тайминг. И тело Ханза должно быть единственной целью. Тебе нужно вернуться в тело, когда руки Ханза складываются перед ультой. И возвращение тела вытолкнет Хайбусу. Трюк повторить сложно, но возможно. Следующий баг прислал Станислав. Честно говоря, даже замечая, я не придавал значения этому багу, хотя он рушит логику механики обнаружения. Но не так сильно, как Попа-Ликупа, обзор которых на канале. Итак, ты на селении и видел, что враг зашел в кусты. Кидаешь в куст мину или второй навык, а система, подсвечивая противника, все равно не дает его ударить или нанести урон целевыми навыками, для которых нужно видеть врага, пока, конечно, не зайдешь в кусты. Противник Шрёдингера. Его и видно, и не видно. Этот баг появился после последней обновы. Теперь превращение в малину, второй навык Наны, почему-то убирает хп-бар у противника. С одной стороны, кажется, что ничего такого, но в массовом бою ты не видишь этого врага и не можешь сориентироваться, сколько здоровья у него осталось, а в кустах он становится достаточно незаметным. Последний баг я увидел из комментариев к обновлению. Пропало направление огненного выстрела. Добавили веер отталкивания, но потеряли направляшку на мини-карте. Ну а на этом все. Чтобы не прислать мне одно и то же, посмотри прошлые выпуски Багульни. Удачи, друг! Ушел мертвый отряд, они шли, чтоб победить, что любовь.